Здравствуйте, меня зовут Дон Доблома. Вы смотрите «Гороскоп Зорхая» на АТВ. Сегодня 11 декабря, суббота, 8-й лунный день. Дысы мудры, благодетельные поступки и греховные деяния, совершенные в этот день, примножатся в 100 раз. Хороший день для людей, родившихся год коровы, тигра и кролика. Очень хорошо в этот день почитать три драгоценности, освещать статуи и изображения Будд, бодхисаттв Сахьюснов, повышать физическую нагрузку, заказывать таванхарюлга. Неблагоприятный день для людей, родившихся год мыши и свиньи. Нежелательно начинать путешествие, дальнюю поездку, приводить невестку, кроить и создавать эскизы одежды. Отправляться в дорогу к утратам и краже. Стрижка волос к удлинению жизни, к наполнению сил жизни. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены как в магазине. Быстро, удобно и просто. tg-absolut-shop.ru.